Гарри Поттер жил в доме номер 4 на Тиссовой улице. Его единственными родственниками были дядя и тетя Дурсли. Они ненавидели мальчика и часто сажали его под замок. И он ничего не мог поделать. Ведь малолетним волшебникам разрешалось колдовать только на территории школы. Однажды вечером в запертой комнате Гарри появился домовой по имени Добби. Гарри Поттеру нельзя возвращаться в Хогвартс. В Хогвартсе Гарри Поттеру грозит страшная опасность. Вскоре домовой исчез. А некоторое время спустя за Гарри приехали его друзья Уизли на летающем автомобиле «Форд Англия». Забрав Гарри, они привезли его к себе домой, где он и провел оставшиеся летние деньки. В конце августа, перед самым началом занятий, Гарри вместе с друзьями отправился в косой переулок за учебниками. Гарри встретился с сестрой Рона Джинни Уизли, и они вместе отправились в книжную лавку Флоуриша и Блотса. Там раздавал автографы знаменитый писатель Златопуст Локонс. «Не может быть! Неужели это сам Гарри Поттер? Да, да, это он!» «Леди и джентльмены, позвольте обратиться к вам с одним маленьким заявлением. Имею честь сообщить вам, что меня пригласили преподавать защиту от темных искусств в школе Хогвартс». Знаменитый Гарри Поттер не успел войти в книжную лавку и тут же попал на первую страницу пророка. Не приставай к нему. Гарри этого совсем не хотел. Я вижу, Поттер завел себе подружку. Думаю, после таких покупок твоим родителям придется голодать как минимум месяц. Что ж, придется помочь нуждающимся. Гарри, мы опоздали на поезд. Экспресс ушел 5 минут назад. Какой кошмар! И что же нам делать? Слушай, я, кажется, знаю, где стоит папин фордик. Улица Черинг-Кросс-Роуд. Отлично. Мы можем успеть в школу вовремя. Убедившись, что за ними никто не следит, Гарри и Рон угнали старенький форд мистера Артура Уизли. Теперь нам надо бояться только самолетов. Эй, я ничего не вижу. Он был совсем рядом. Кажется, мы почти на месте. Ой, кажется, двигатель глохнет. Ну уже, фордик, еще чуть-чуть. Тормози! Стой! Рон! Рон, ты где? Сюда, Гарри! Меня поймала гремучая ива! Спокойно, Рон! Сейчас я тебе помогу, держись! Я не могу ничего сделать! Быстрее, Гарри! Я умею открывать сундуки заклинанием Алахамура. Чтобы применить заклинание, нажми и удерживай левую кнопку мыши.
Чтобы перелезть через невысокую преграду, достаточно подойти к нашему плотному, если воздействовать и продолжить движение на эту химеру. Люмос! Это книга сохранения. Если Гарри коснется ее, игра будет сохранена. Если в дальнейшем твой герой останется без сил и потеряет знание, он придет в себя рядом с этой книгой. Флиппендо! Флиппендо! Кажется, этот сундук стоит подтолкнуть заклинанием Флиппендо. Эта ветка оплела меня, как змея! Алахамора! Шоколадная лягушка. Шоколадные лягушки подкрепляют силы твоего героя. Кроме того, они очень вкусные. Заклинанием Алахамора можно открывать магические замки, например, на сундуках и секретных дверях. Алахамора! Гарри, а теперь ударь заклинанием Флиппендо по этой ветке. Кажется, вот здесь у нее чувствительное место. Флиппендо! Спасибо, Гарри. 100 раз спасибо. Ух, нет! Вернись! Ну вот, представляю, как разозлится папа, когда узнает, что я потерял его фордик. Теперь пошли, и побыстрее. Если нас застукает Снег, нам не сдобровать. Заклинание Люмос не только светит, но и делает видимыми все предметы, спрятанные с помощью магии. Чтобы прыгнуть, подбеги к краю и нажми правую кнопку мыши. Попробуй собрать все конфетки, разбросанные по карнизам. Это конфетки Драже Берти Ботс. Нужно собрать их как можно больше. Они пригодятся мне в школе. Гарри, тебе нужно забраться на этот карниз. Видишь эту плиту? Толкни ее заклинанием Флиппендо, и ты сможешь забраться на нее. Флиппендо! Флиппендо! Это бронзовая волшебная карточка. В разных уголках Хогвартса спрятано 50 таких карточек. Сможешь найти их все? Кстати, за каждые 10 найденных карточек выносливость твоего героя немного повышается. Чтобы открыть альбом и полюбоваться на уже найденные карточки, нажми клавишу Escape.
Флиппендо! Дождь кончился. Нас, конечно, исключат, но хоть домой поедем сухими. Идем! Нам нужно поскорее вернуться в школу. Флиппендо! Ух ты, какие звезды! Надеюсь, Рон не заблудился. Здесь заперто. Я сюда не пойду. Я сюда не пойду. Алахамора! Алахамора! Как же здесь здорово ночью, особенно когда нет дождя. Ты что, забыл? Иди направо и попадешь в спальню. Эта дверь пока заперта. Флиппендо! Флиппендо!
Здесь проводится награждение лучших факультетов. Гарри, наша спальня наверху. Наконец-то! Вот он, портрет толстой дамы. Говори пароль и пошли спать. Говори? Я думал, ты знаешь пароль. А я думал, ты знаешь. Откуда? Мы же все время были вместе. Верно. А я, кажется, знаю, кого можно спросить. Здравствуйте. Привет, ты как раз вовремя. Я слышала, вас исключили за то, что вы разбили какой-то летающий автомобиль. Извини, Гермиона, но мы очень устали. Просто скажи пароль, и все, ладно? Индюк. Гарри, рада видеть тебя. Вот вы где! А здорово получилось с Фордиком, мне бы так! Стать мамой в ярости! А мы тут создали хогвартскую торговую сеть. Вместо денег в этой сети используются конфетки дрожжей Берти Ботс. Кроме нас с Фредом в ней участвуют еще несколько ребят из Хогвартса. Время от времени у нас появляются разные интересные штуки, которые мы обмениваем на конфетки. Подходите, не пожалеете! А где нам взять эти самые конфетки? Да где угодно, их можно найти по всему Хогвартсу. За несколько минут вы сможете собрать достаточно, чтобы начать торг... Уверен, вам понравится иметь с нами дело. Друзья-гриффиндорцы встретили Гарри и Рона аплодисментами. Они уже слышали историю про летающий форт и гремучую иву. Усталый Гарри лег в постель, не раздеваясь, и проспал до самого утра. Гарри, доброе утро! У нас сейчас будет защита от темных искусств. Ее теперь ведет профессор Локонс. Он просто чудо, правда? Я обожаю его книги. Кабинет защиты от темных искусств на третьем этаже. Идем. Flipendo!
Гарри, кабинет защиты от темных искусств наверху. Быстрее, Гарри, там же будет сам Локонс. Привет, Гарри! О, привет, Ник! Знаешь, Гарри, я в Хогвартсе уже несколько тысяч лет, а все равно иногда нахожу незнакомые тайники. Вот, например, этот тайник можно открыть, только собрав все 40 серебряных волшебных карточек. За каждые 10 таких карточек ты будешь получать по одному ключу. А замков на этой двери, как видишь, 4. Карточки спрятаны в Хогвартсе и его окрестностях. Посмотрим, сможешь ли ты найти их все. Флиппендо! Флиппендо! Эта дверь пока заперта. Флиппендо!
Надеюсь, ты помнишь дорогу? Где-то рядом бродит Филч. Пойду-ка я отсюда. Так, так, так. Я, значит, услышал грохот, пришел, и что я вижу? Гарри Поттера и осколки редчайшей, бесценной древней вазы. Аргуса Филча, школьного завхоза, ненавидели все ученики. Говорят, что миссис Норрис, кошка Филча, помогает ему следить за студентами. Она сама упала, честно. Иди, иди ко мне. Дай мне схватить тебя. Что это было? А? О чем это ты? Я слышал голос. То, что ты слышишь голоса, еще не повод портить школьное имущество. Я этого так не оставлю. А сейчас отойди и не мешайся. Но ведь я действительно слышал странный голос. Разбить еще что-нибудь? Иди отсюда! Приветствую вас на уроке защиты от темных искусств. Моя персона в представлении не нуждается, но я все-таки представлюсь. Я Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Я вижу, у каждого из вас есть полный комплект моих книг. Молодцы! Сегодня мы с вами изучим боевое заклинание «Rictus Empora». «Rictus Empora» — это оглушающее заклинание, очень эффективное против некоторых назойливых созданий, например, корнуэльских пикси. Итак, кто первый? Может быть, ты, Гарри? Везет же! Гарри, очисти свой разум от посторонних мыслей. Не думай даже обо мне. Сосредоточься на символе, который ты видишь перед собой. Видишь мою палочку? Сейчас она очертит контур заклинания. Как только палочка укажет на стрелку, ты должен быстро нажать клавишу с такой же стрелкой на клавиатуре. Упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, ты должен нажать все нужные клавиши в правильном порядке. Ты готов? Первый этап начали. Почти в точку! Продолжай тренироваться, и когда-нибудь ты сравняешься со мной! Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 5 баллов Гриффиндору. Второй этап. Начали. Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 10 баллов Гриффиндору. Третий этап. Начали. Почти в точку. Продолжай тренироваться, и когда-нибудь ты сравняешься со мной. Еще разок.
Ладно, Гарри, будем считать, что задание выполнено. Ты выучил заклинание Rictus Empro. Разумеется, у меня в первый раз получилось гораздо лучше, но и так тоже неплохо. А теперь сюрприз. Специально для вас, мои ученики, я разработал очень интересный практикум по заклинанию Rictus Empro. И первым его выполнит Гарри Поттер. Удачи, Гарри! Добро пожаловать на мой знаменитый практикум по заклинанию Rictus Empro. Если хочешь победить, найди и возьми последнюю звезду. Подсказываю, она находится на вершине этой башни. Действуй как можно быстрее. Если ты не успеешь найти последнюю звезду до того, как истечет время, твой факультет не получит ни одного балла. По пути обязательно собирай звезды. За каждую из них ты получишь дополнительное время, а твой факультет — баллы. А если соберешь все звезды, тебя ждет сюрприз. Найди последнюю звезду как можно быстрее. Чем больше времени у тебя останется, тем больше баллов получит твой факультет. Ты готов? Тогда удачи! На старт! Внимание! Марш! Огнекрабы — это такие противные существа, выбрасывающие пламя из... Ну, в общем, в тебя. Оглушай их заклинанием Rictus Empro, а потом отталкивай с помощью флиппендо. Если огнекраб окажется рядом с этим символом, случится нечто очень интересное. Попробуй затолкать его на эту плиту заклинанием флиппендо. Это гигантские оранжевые улитки. Будь осторожен, их слизь очень сильно жжется. Поверь мне, уж я-то знаю. Попробуй оглушить улитку заклинанием Rictus Empro, а потом оттолкнуть ее с помощью флиппендо. Ugh.
Флиппендо! Рикто Сампра! Флиппендо! Флиппендо! Гномы очень жадны. Только зазеваешься, и они тут же оставят тебя без эликсиров и конфеток, Берти Ботс. И если гнома сбить с ног заклинанием Флиппендо, он не только перестанет путаться под ногами, но и бросит все награбленное. А еще гномов можно хватать и забрасывать в норы. Это гномья нора. И гномы хранят вещи, украденные у учеников. Забрось всех гномов в норы, и ты окончательно избавишься от них. Флиппендо! 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 Флиппендо!